От занятий футболом до золота чемпионата ЦФО по спортивной борьбе. За 5 лет упорных тренировок Артем Панков стал лучшим грэпплером Центральной России весовой категории до 66 килограммов. Немного подвело состояние здоровья, подзаболел перед соревнованиями, подготовка прошла не очень. Готовился я, меня освободили от занятий в институте, готовился, уезжал в свой город, где занимаюсь своими ребятами, с которыми все время, которое тренировался, всегда с ними занимался. Вот, под руководством своего тренера готовился. Несмотря на перерывы в тренировках, Артему удалось проявить свои лучшие качества. Курянин стал сильнейшим в дисциплине борьбы в кимоно. Первую схватку тоже быстро выиграл болевым. Вторую схватку началась не очень. Противник перевел меня в партер и забарывал снизу. Но мне удалось сделать болевой, и я выиграл его. А это серебряный призер турнира Дарья Лукьянчикова. Хрупкая внешность в ее случае обманчива. Курянка – настоящий мастер мертвых захватов и болевых приемов. Все, и ломай. Все, давай. Аккуратненько все делаем, четенько. Сейчас постучит. Тяни. Оп, есть. Дарья провела 6 схваток. Со многими соперницами Курянка уже встречалась на других соревнованиях. Результаты этого турнира – 2 серебра в разных дисциплинах. Я отборолась намного лучше, чем раньше. Я проанализировала свои предыдущие выступления на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа России и мира. Я проделывала огромную работу над ошибками по сравнению, анализируя свои предыдущие выступления, и я выступила намного лучше. От нашего региона в чемпионате ЦФО выступали 10 спортсменов. По итогам соревнований куряне заняли 2-е командное место. Можно было еще где-то в финалах получше отбороться, заработать золотые медали. В целом неплохо. Состав готов. Этот год был такой насыщенный, хоть и ковидный. Ограничения действовали, но выезжали и на сборы, и на все официальные старты. Поэтому неплохо. Сейчас борцы готовятся к чемпионату России. Он стартует 11 декабря в Москве. По итогам турнира сформируют национальную сборную страны. Среди фаворитов есть и куряне. Станислав Костиков, Антон Латышев. События дня.